Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 2, секция 2, упражнение 10. Say, what your country is famous for? What is your place, village, town, city famous for? Скажите, чем известна ваша страна? Чем известно место, где вы живете? Use, используйте. Well-known people. Writers, artists, poets, composers, sportsmen, businessmen, doctors, inventors, etc. Используйте известные люди, писатели, художники, поэты, композиторы, спортсмены, бизнесмены, врачи, изобретатели. Следующее. Museums, art galleries, university, plants, factories, shops, beautiful buildings, stadiums. Музеи, художественные галереи, университеты, заводы, фабрики, магазины, красивые здания, стадионы. И последнее. Beautiful countryside, large forests, high mountains, deep lakes. Красивые сельские местности, большие леса, высокие горы, глубокие озера. Поехали. I live in Moscow, Russia. My country is famous for the well-known writers, such as Dostoevsky, Tolstoy, great poets, Pushkin, Akhmatova, and many others. In Russia lived a lot of world-known composers, for example, Tchaikovsky, inventors and scientists such as Lomonosov. There are also a lot of well-known artists, sportsmen, businessmen, doctors, politicians. Я живу в Москве, в России. Моя страна известна знаменитыми писателями, такими как Достоевский, Толстой, великими поэтами Пушкин, Ахматова и многими другими. В России жило много всемирно известных композиторов, например, Чайковский, изобретателей и ученых, таких как Ломоносов. Есть также много известных актеров, спортсменов, бизнесменов, докторов, политических деятелей. In Moscow there are a lot of art galleries. The most popular is the Tretiakov Gallery. Many universities where study not only Russian students, but students from the whole world. В Москве много художественных галерей. Наиболее популярная Третьяковская галерея. Много университетов, где учатся не только русские студенты, но и студенты со всего мира. The most popular and the oldest one university is the Moscow State University. There are also a wide variety of museums, plants, stadiums, shops and etc. Наиболее популярный и самый старый университет – Московский государственный университет. Есть также множество музеев, заводов, стадионов, магазинов и так далее. I think that my country is great and beautiful. There are beautiful countryside, large and magnificent forests, a lot of deep lakes, for example, the Lake Baikal, the largest, the cleanest and the deepest lake of the world, wide rivers and high mountains. Я думаю, что моя страна великая и красивая. Здесь много прекрасных мест, больших и великолепных лесов, много глубоких озер, например, озеро Байкал, самое большое, чистое, самое глубокое озеро в мире, широких рек и высоких гор. Окей, ну так мы описали нашу страну со всеми возможными словосочетаниями, которые нас попросили использовать. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.